Приветствую вас на канале Все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ-5 рейтинг лучших электрических плит Дарина с Яндекс-Маркета. Ссылки на лучшие электрические плиты Дарина вы найдете в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите, получайте плюшки. Но наш рейтинг возглавляет электрическая плита Дарина 1BEC341606. Это уже новое поколение плит Дарина. Здесь учли производители многие недостатки. Которые были у других плит, ну предыдущих, так скажем, серий Здесь уже более качественный металл, менее подверженный коррозии э -э Некоторые элементы здесь до ума доведены То есть вот эти вот щели лишние заделаны Что теперь туда ну, не попадает жир, там еще какие-то То, что убежало с плиты, да И соответственно не оседает внутри на проводах еще где-то то есть в этом плане хорошо резинок добавили ручку переделали вот дверцы теперь она не отрывается не остается в руках как у самых первых моделей плит -дорина. Ну, доделали, додумали много. Ручки поворотные, опять же, более надежные, как вот у плит Гефест. Ну и вообще, в принципе, плита производит хорошее впечатление. Стоит 26 308 рублей, это дороже, чем средняя электрическая плита Дарина, но тем не менее. Рабочая поверхность у этой электрической плиты стеклокерамическая, характеристики тоже неплохие. Во-первых, она мощная, эта плита, Размеры 85 на 56 на 50 сантиметров. Ну и в принципе она производит очень хорошее впечатление. Особенно духовка нравится хозяйкам. Максимальная температура нагрева 250 градусов, объем 50 литров. Моется, чистится она лучше, чем духовки у Дарин предыдущего поколения. Поэтому присмотритесь. Далее на втором месте у нас расположилась электрическая плита Дарина 1 bec 331606. Плита интересна сама по себе. Исполняется как в белом цвете, так и в черном. Стеклокерамическая поверхность крышки у нее нету. В принципе духовка стандартная. Размеры 85 на 56 на 50 сантиметров. Классические поворотные ручки. 50 литров объем духовки и температура 250 градусов. Двойное остекление, что позволяет более эффективно удерживать тепло внутри. Плюс резинки, там все вот это вот продумано достаточно неплохо. Внизу есть ящик для хранения посуды. Ну, в общем, неплохая такая классическая электрическая плита. 21 188 рублей, это минимальная цена за нее. На третьем месте у нас расположилась электрическая плита Дарина B3607W. Очень похожа на предыдущую, но стоит чуть подороже, 22 177 рублей. У нее получается мощность 5800 ватт. Высота 85 на 56 на 50 сантиметров, стеклокерамика, 4 конфорки, Объем духовки 50 литров, максимальная температура 250 градусов. Очистка идет традиционная, никакой гидролизной здесь нету, поэтому вот, ну, это можно считать как бы недостатком этой духовки. Вообще плита в целом неплохая, 22 177 рублей стоит. Далее четвертое место занимает электрическая плита Дарина 1DEM 141 404W. Тоже идет неплохая духовка по конструкции, достаточно интересная, потому что это уже поколение третье, наверное, плит Дарина. То есть интересна она тем, что переделана, опять же, дверца полностью духовки, то есть все недостатки, которые касались первых моделей, они учтены здесь. В данном случае модель идет не со стеклокерамической варочной поверхностью, а конфорочная. Конфорки здесь тоже грамотно подобраны. Две маломощные, две мощные. Соответственно, идет экономия электроэнергии. Ну и вы включаете ту конфорку, которая вам нужна. Если маленькая кастрюлька, зачем включать большую конфорку и тратить лишнюю энергию. В принципе, неплохая, хорошо укомплектованная. Есть внизу ящик для хранения там, сковородок, кастрюль. Стоит 22 430 рублей. Ну и, наконец, на пятом месте у нас расположилась электрическая плита Дарина SEM 521-404W. Это двухконфорочная модель, узенькая. Очень часто на даче приобретают такую плиту. Именно потому, что все необходимое здесь есть, от духовки до ящика для хранения там, сковородок и кастрюль. И две конфорки, в принципе, на даче более чем достаточно. Не требуется такого количества, да, там 4 конфорки, 3 конфорки. Сама по себе плита достаточно ну, интересная в плане качества сборки тоже неплохая ну и продается по супер цене в настоящее время за 13 тысяч рублей ссылки на лучшие электрические плиты дарина вы найдете в описании к данному видео если этот ролик был вам полезен ставьте палец вверх жмите на кнопочку подписаться под видео жмите на колокольчик и всего вам доброго